Всем привет, друзья! С вами Любопытный Геймер, и мы продолжаем играть Dark Souls 3. Меня обидел этот чувак, и я хочу ему отомстить. Если вы не помните, кто конкретно меня обидел... это был какой-то там убийца рыцарей, что ли? Как-то так. В общем, чувак с огромным таким мечом. На этот раз он ко мне не вторгался, но... Он пришел как бы в своей настоящей форме, в живой. Так, что нужно сделать для того, чтобы проломиться здесь? Да, блин! А! Твою за ногу, крыса! Я смогу пробежать мимо вот этого всего? Да, блин! Я чувствую, что там сверху как-то будет проще пройти, но я не понимаю, где там надо идти. Я не уверен, что я там вообще был. Ну вот так вот. Наверное, потянет. Ты нафига спрыгнул, дурик? О, они дропают хаотический самоцвет иногда, видимо. Ау. Если бы не промахнулся, то было бы нормально. Нормально, можно добежать. А, блин.
Ну ты сам этого хотел, да? Я ведь не нарывался. Да, ёшкин клоп. В таком случае, наверное, лучше не сюда, а сразу поворачивать. Наверное, да. Наверное, попробуем так. Что если вот сюда сразу? Не мимо пиромантов. Да. Так намного проще. Почему я сразу об этом не подумал? Ну вот и норм. Так, ну теперь с тобой, дружище. Что ты там хотел мне сказать? Ну куда ты спрятался-то? Щит у тебя, конечно. Ау. Ау. До свидания, чувак. Гигантский дымный меч. Какая прелесть. Гигантский дымный меч. Искореженный черный меч из материала, похожего на сланец. Самый тяжелый из гигантских мечей. Это оружие, согласно легендам, принадлежало древнему предателю. Оно было настолько тяжелым, что никто не желал им пользоваться, и оно кануло в лету. Это, кстати, неправда. Почему это Рэйми вдруг предатель? Господи, ну и оковалтух. Мувсет как у Грейтсорда, который Грейтсорд. 149. А скейлинг от силы. Офигенно.
Офигенно. Но я его не тяну, у него 50. 50, это, конечно, сильно. 50 сил, это сильно. Что у нас здесь? Нет, не призрачная стена. Как я могу забрать здесь блестяшки? Интересно, кто-нибудь вообще может? Нужно кольцо с оранжевым камнем. О, да, точно, сюда. Черный рыцарь. Черный рыцарь, черный рыцарь. Стоп, сигнальные огни. Ку-ку. Ку-ку, мой рыцарь. Оу. Ты какой-то... И оп. Это была жесть, конечно. Я думал, сейчас мы оба сдохнем, но ладно. Я вовремя нажал атаку и, упав, приземлился прямо на него. По-моему, было эпично. Стоп, я туда бегу. Все правильно, я бегу. И теперь, что у нас? Да, блестяшка. Он охранял какую-то блестяшку, которую я очень хочу. Душа удрученного рыцаря. Ну, нет, такую блестяшку я не очень хочу. Но любая блестяшка хороша, наверное. Для измученного подземельями Dark Souls'а разгула любая блестяшка хороша. Я никак не пойму, он чуть-чуть быстрее забирается, если нажимать кнопку скорости, но при этом все равно не тратит выносливости. Получается так. То есть так вот он так забирается, а если нажать, то вот он... Да. Лук драконьего всадника. Да, его здесь просто найти можно, не сделать. А он хорош. В принципе. 106-22. 110-31. Он тяжелее. Длинный лук драконьих всадников, служивших старому повелителю трона желания. Драконьи всадники были королевской стражей, от них требовалась исключительная сила. Только с ней можно натянуть тетиву этого лука. Те немногие, кто способен использовать этот лук, сумеют нанести огромный урон неприятелю. Так это... Нет, это... Не огромный лук. То есть он стреляет обычными стрелами, да? Да. Цвай! Да, меч дымного рыцаря, конечно, бы поюзал, но 50 сил — это как-то слишком много. И где это я? Так, кажется, понял. Окей. Смогу я ее отключить вообще когда-нибудь? Скелеты. Колесные скелеты.
Ага, не встанет, потому что дали души. Иди сюда, скотина. Вставай. Слабак. Душу дали, значит, не встанет. Хорошо. И теперь... Я все еще не знаю, что за блестяшка там. Но если я прыгну отсюда, то я умру. А я хочу наверх отключить эту хрень. Потому что ее точно можно отключить. Должно быть, можно. Может быть, это луна? Они что, на луну залюбовались, что ли? То есть это не баг был? Ребята. Опс, магия кончилась. Хорошо. Одного вынесли. Сейчас и второго достанем. Эй, ты! В шубе. Да-да, ты. Прощай. Слава рычаг. Господи, ну и коряга, а? Ха-ха, это жест. Так что впереди дракон. Гигант. Да, действительно, это гиганты. То есть это они управляли? Ну, очевидно, что они... Ура! Больше нет этой хрени. Вниз. А что мне это даст? Там реально что-то есть или... Или не очень? Ну, с другой стороны, я все здесь обошел, поэтому какая разница-то? Так, эти крабы. Связываться с ними довольно бессмысленно, я так полагаю. Так, что мне надо? Мне надо зайти вот туда, за угол. И взять блестяшку, я так считаю. Вы агритесь вообще?
Или нет? Если нет, то глубоко я клал на бой с ними. О, как скучно. Хаотический самоцвет. Так, что тут еще есть? По-моему, все. Там площадочка еще остается. Но мне туда настолько не хочется, что вы себе даже не представляете. Осталось... Ну да, пожалуй, осталось одно место, где я не был. На этой локации. Ну нет, не одно на самом деле. Я не был, ну не собирал блестяшки в лаве. А сюда. Да, я не собирал блестяшки в лаве, но... Я не знаю, возможно это осуществимо, если использовать, допустим, как там, внезапный пот, что ли, она называется, это пиромантия. Мне что-то не особо тянет проверять. Тем более, что в этой пиромантии у меня нет. С этим опарышем мы попрощались. Теперь осталось разобраться вот с местными козлищами. Их тут несколько штук. И я не хочу, чтобы они нападали на меня все сразу. Какого хрена ты тыкаешь через... Через колонны. Какая-то крайняя степень упоротости. Ну иди ты там хотел. Блин, они дышат сквозь колонны. Чё за фигня? Дышат сквозь колонны, бьют сквозь колонны. Ну, что за хрень? Что это, токсин? Потому что полоска другая.
Да, скорее всего, токсин был. Осколок, осколок. Ну, то есть, они не дропают ничего нового. О. А вот этого места не было. Еще одна такая же фигура. И рядом кто-то лежит. Ага. А, твою... Я знал, что ты хочешь сделать. И видел тебя. Этим подлеет твое действие. Они сговорились. Слайм. Демон. Ух ты. А, вот, собственно, и как добраться до сюда. Это дыра, в которой, через которую я так тщательно пытался перепрыгнуть в одной из предыдущих серий. Ну, теперь я знаю, что перепрыгивать не надо, и она просто обходится. Окей. И на этом все в этой локации, потому что здесь больше некуда идти, кроме лавы, в которую я не пойду. Возможно, там что-то интересное, но... Сейчас я не настолько любопытен, чтобы пытаться это узнать всеми доступными способами. Пожалуй, я могу отправиться в Храм Огня. И не кисло себе... Еще уровень поднять. Так. Вот ты. Хочу. А, нельзя? Ну ладно. А так? О, да. Так нормально. И мне нужно... Что мне нужно? Наверное, мне интеллект нужен. Мне нужен 13 интеллекта. Пока. Еще я могу поговорить с тобой. Во-первых, укрепить флягу с Эстусом. Во-вторых, укрепить оружие. Еще цвай? Пять. А чем он? А, мерцающим апается. Ну, да, наверное, цвай. Почему бы нет? Это его довольно сильно улучшит. Итак, о, кстати, пермантия.
Чувак. Я тебе целых две принес. Brilliant. I will never curse being old and undead again. Now, now, show it here, quickly. Let us channel them together. The primal pyromancy is known only to old Master Saloman. Саламан? Кто такой Саламан? Ah, what have we here? By the gods. This inscription reads Quelana, the ancient deity, one of the witches of Izalith. The last of them who wandered the lands. Then she must have returned to Izalith after all. But I regret to say, I cannot accept this. Quelana's pyromancies are for witches and must be learned from a mistress. But thank you for allowing me to peer upon such a thing. Вот это вот интересный поворот. Heed my words, fear that the home of pyromancy, Izalith, was scorched by the very fire it created. Undoubtedly, it was a flame of chaos, tangled by a witch's hand. But who's to say that this bonfire's flame is any different? Heed the hundred. Ну и что там насчет пиромантии? Да, большая огненная сфера хаоса. Искусство пламени хаоса, пришедшее из древнего Изолита. Заклинание выпускает гигантскую сферу хаотического пламени. Это пламя способно расплавить огромные каменные валуны. При ударе о землю оно создает сгусток раскаленной лавы. Ведьмы Изолита и ее дочери породили пламя хаоса, которое затем поглотило их вместе с их домом. Шторм хаоса, искусство пламени хаоса, пришедшее из древнего Изолита, воздвигает вокруг заклинателя столпы хаотического пламени. Это пламя способно расплавить огромные каменные валуны. При ударе о землю оно ненадолго создает сгусток раскаленной лавы. Вездесущее пламя хаоса породило тварей, которых называют демонами. Ага, это было. Ага, вот. Мощная пиромантия, направляющая пламя внутрь, создана кармином. Обильное потоотделение на время повышает сопротивляемость кровотечению, яду, морозу и проклятиям. Желтоватый пот исцеляет все недуги. Да, но не к огню. А вот это к огню. Окей, окей. И стоит... сжечь... осколок кости. И еще один. Чудесно. Так. Так. Что у нас со временем? Так. Надо подумать. Да. Наверное, мы с вами закончим на этот раз. И в следующей серии уже со спокойной душой отправимся штурмовать Иритил. Морозный, холодный, огненный. А то у нас как-то получилось метание. То в Иритил, то к демонам, то в Иритил, то к демонам, то к демонам, то в Иритил. Теперь демоны закончились. И остается только Иритил. И на этом серия завершается. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. С вами был, как обычно, Любопытный Геймер. До связи.